Добрый вечер. Это мое официальное обращение к Александру Пистолетову. Дядя Саша, я надеюсь, ты не будешь против, если я буду называть тебя на «ты». Хотел бы обратиться к тебе и вот по какому поводу, вот по какому вопросу. Дядя Саша, ты как главный альфач, главный альфа-самец вообще всего Рунета, у меня есть тебе такое предложение. Пожалуйста, дай какие-нибудь общие советы, общие рекомендации хиканам, хикам, то есть кто такие хики? Шурик, кто такие хики? Сычи в кротинной норе сидящие. Ну, кто это вообще такие? Что это за люди? Одиночки. Ну, одиночки. Это те люди. Ненавидящие социум. Вот. Это социофобы, социопаты, те люди, которым сложно выстраивать какие-либо коммуникации друг с другом. Да, вот видишь, я с тобой общаюсь, то есть ты можешь какие-то диалоги со мной строить, ты можешь строить диалоги с моей бабулей или еще там с кем-то. Вот. Ну, допустим, в очереди со старухой, с какой-нибудь, даже если ты поругался с ней, все равно это уже какая-то коммуникация. Ну, а как они тогда там, не знаю, работают или что-то делают, если они ни с кем не могут? Как бы де юре хики, они не должны работать, но у нас на постсоветском пространстве true хик нет, ну, в связи с экономической ситуацией. Ну, если только, не знаю, кто-нибудь не сидит на шее у мамки, там, или у бабушки, или у отца, у кого угодно. А ну, так, типа, допустим, как бомжи пособие, да, получают? Ну, пособие, ты его попробуй еще получи. В Японии, в принципе, такое, говорят, возможно, а у нас нет. То есть это те люди, которые не могут взаимодействовать с социумом, которые его боятся, можно сказать, даже презирают. А тем более, дядя Саша, дорогой мой хороший, мы, как хиканы, ладно я уже старый, мне помирать скоро, вот война идет, привет тебе, кстати, из Донецка. Но, как я понял, мои потуги не слишком увенчались успехом. Хиканы как сидели за компьютером, так и сидят. Никаких ламповых няш-стесняш они себе не нашли. Дядя Саша, я хочу, чтобы ты один, либо мы с тобой как-то скооперировались и создали свою пикап-школу, чтобы наконец-то хики, вот эти самые домоседы, взяли себя в руки, вышли на улицу и выплеснули всю свою сексуальную энергию на тян, чтобы они действительно вышли на улицу и тян буквально штабелями валялись перед ними и сразу напрыгивали на хику и разрывали его на куски, как эти были мистерии в Древней Греции, забыл, как они назывались, когда тян догоняли оленя и вручную его просто аннигилировали и разрывали на шматки, я бы сказал. Вот, я хочу, чтобы дядя Саша сделал из, не буду говорить это слово плохого, сделал из омежек альфачей. Я хочу, чтобы хики все были вот как Ванька Ерохин. Ванька Ерохин — это собирательный образ успешного и мужественного, хорошего, красивого парня, успешного, главное. Дядя Саша, дайте совет хики, как стать таким же альфа-самцом, как вы. Что необходимо предпринять, чтобы все женщины, вот как на тебя, дядя Саша, они просто набрасывались. Мы же видим в твоих клипах, как женщина смотрит на тебя. То есть они смотрят, знаете, вот есть такое понятие, как сессионный музыкант. То есть, да, он пришел, что-то отыграл, вяленько так получил свои деньги и пошел. Но мы-то видим, как женщины смотрят на Александра Пистолетова. С каким уважением. Уважение — это самое главное. Неважно, что дядя Саша делает в клипах, давайте отойдем от этих всяких деталей. Но главное, что женщины дядю Сашу очень любят. И еще, уважаемый Александр Пистолетов, я хочу... Да, в принципе, что значит «я хочу»? Мы все, наша комьюнити хиканская, мы хотим, чтобы ты написал песню о нас, о хиках, о домоседах. Вообще, как ты относишься к нам? То есть, положительно, либо отрицательно? Как ты считаешь, нужно молодым людям сидеть за компьютером и играть в какие-то игры, не общаться с женщинами? Мне кажется, конечно, ты отрицательно, негативно к этому отнесешься, но я думаю, этот вопрос необходимо поднять. Вот дядя Саша уже на протяжении года он поет на остро социальные темы о всяких там революциях и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что именно этот аспект, аспект таких, как украинцы говорят, знаешь, как по-украински можно назвать хику? Ведлюдник. Ну, ведлюдник — это как отшельник, да, который не сообщает с людьми, не имеет никаких с ними сношений. Вот. Дядя Саша, скажи свое веское слово, мы прислушаемся к твоему авторитетному мнению. Ну, ты знаешь, скажешь, блин, хикан, а зачем оно мне надо? Что я с этого буду иметь? Во-первых, ты будешь иметь уважение от нашей, можно сказать, социальной группы.
Во-вторых, если ты запишешь песню и разместишь где-то в социальных сетях, либо же выложишь на YouTube, то просмотры мы тебе гарантируем, конечно же. То есть это популярность, это новые поклонники, а новые поклонники – это дополнительные люди на концертах. И я думаю, всех все устроит. Дядя Саша, если ты все-таки решишься записать песню или снять клип, особенно клип, то на видео хотелось бы увидеть, знаешь, в твоем фирменном стиле, old school, подробные рекомендации вот с девушками, да, когда ты там, ну, в лесу был, например, или еще где-то, в твоем старом классическом хрестоматийном стиле, чтобы Александр Пистолетов дал нам подробные рекомендации, как нужно вести себя с женщиной, как с ней познакомиться, например. Вот это самая главная деталь. То есть человек хика, он сидит дома, но он не знает, он бы рад, наверное, он мечтает о своей ламповой няши, стесняши, иотовой, енотовой, но он не знает, как к ней подойти, потому что ручки трясутся, коленочки тоже трясутся, и он даже не знает, как два слова сказать. Вот что, подойдет он к Тиане, и что он ей скажет? Часик в радость, чифир в сладость? Но это уже для таких профессионалов, как я, например, которые могут одним взглядом поразить Тиан. Вот даже в этой маске, например. Шурик, если ты был Тиан, то я бы тебя поразил одним взглядом. Через сколько минут ты бы вызвал ментов? Я хотел бы сказать баллончика. Тут же. Да, тут же. Так что, дядя Саша, мы ждем ваших работ, твоих работ. Если будут возникнуть какие-то вопросы, то пиши мне в личку, я всегда скоррегирую, то есть все будет нормально. Все хиканы с нетерпением ждут твоих работ. Если возникнут вопросы, еще раз повторюсь, пиши в личку. Слава Канамба Болеслава. До новых встреч. Пока. Компуктер. Компуктер, 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 компуктер.